Еще вчера для тех юношей и девушек главным документом было свидетельство о рождении. А сегодня они, 14-летние, уже получают паспорт гражданина Российской Федерации. Открылась церемония гимном нашей страны. В торжественной обстановке счастливыми обладателями заветного документа стали 16 ребят. После памятных мгновений с напутственным словом к молодым людям обратился глава городского поселения Видное Моисей Шамаилов. Хочу вас и от его имени, от своего имени поздравить с замечательным событием в вашей жизни, ребята, девчата, получение первого, но очень важного документа паспорта гражданина Российской Федерации. Поверьте мне, этот документ вас будет сопровождать всю вашу жизнь. Вы становитесь взрослее, вы становитесь ответственным, потому что паспорт – это не только вот грань между детством и уже взрослой жизнью, но это безусловная ответственность. Радостные эмоции пришли разделить с детьми их родители. Они надеются, что это событие станет для ребят удачным стартом во взрослую жизнь и желают успехов во всех начинаниях. Пусть в этом документе будут отметки только счастливых и славных событий. Пусть ваш паспорт представляет честного и замечательного человека. Кроме документов, ребятам вручили лимитированные обложки на паспорта и Конституцию Российской Федерации, благодаря которой они смогут узнать свои права и обязанности. И, как выясняется, многие ждали этот день с нетерпением. Он даст мне новые пути, чтобы я смог дальше продвинуться, как-то пойти на работу, зарабатывать деньги, помогать своей семье. Чувствую сейчас радость и волнение, так все-таки первый день с паспортом. Твои первые действия с паспортом? Сделать карточку Сбербанка. Закончилась церемония небольшим концертом и фотосессией на память. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.